Well, it's a fascinating subject. In ancient teachings, we understand that consciousness is a force, and our capacity to contain consciousness, to express consciousness, is our raison d'etre, our reason for being here. And so in ancient teachings, the idea is that you can develop higher bodies which are capable of functioning at a higher level, and particularly are capable of assimilating this conscious force. So for us in the Gurdjieff work and also in Taoism, this is the principal idea, the fundamental idea of why I'm here and what I need to do. And I agree with my colleague here that as we are, we're just transitional beings, but we can gradually grow into greater and greater evolutionary level. So these two things, consciousness and the body, are intimately connected. Я монах монашеского ордена Адвайты Веданты Джунакхара и последователь философии Веданты. И у Веданты есть своя разработанная философия и взгляд на человека как не только на физическое тело, но как на несколько оболочек. Физическое тело, энергетическое, тонкое тело, ментальное, каузальное и высшее «я». Пять оболочек. И эволюция человека всегда мыслится как развитие его не только физического тела. Например, мы можем сделать физическое тело бессмертным. И вот этот проект, он очень хороший в том смысле, что он, возможно, создаст управляемую материю. И он поможет человеку избавиться от болезней и жить очень долго, может быть, неограниченно долго. И это очень хорошо. То есть эволюция физического тела может в будущем когда-нибудь... Нанотехнологии дойдут до такого уровня, что можно будет создать тело из кластера нанороботов, которое будет управляться силой мысли, оно может менять свою форму, и нам не надо будет ни ходить в туалет, ни спать, ни есть. Мы станем менее зависимы от этой среды. Конечно, это интересно иметь такое тело, ведь йоги тоже к этому стремятся. Йоги живут в монастырях, горах, делают много упражнений целую жизнь. Если это можно будет достичь без всего этого, это, конечно, многим облегчит жизнь. Однако сводить эволюцию только к физическому телу, конечно, было бы неверно. И настоящая эволюция, она все-таки происходит на более внутреннем плане, более глубже, чем физическое тело, в глубине нашего подсознания и сверхсознания. И поэтому эволюцию, я думаю, надо рассматривать не только как эволюцию тела, но как и эволюцию сознания. И если мы хотим, чтобы наше сознание эволюционировало, то, к сожалению, хочу сказать, в эволюции сознания никакие внешние технологии не помогут. Надо садиться, медитировать, очищать ум, отрекаться от желаний и бороться с эгоизмом. Тут только внутренние духовные методы. И когда мы очищаем наше сознание, мы можем обнаружить внутри пространство осознанности, которое независимо от тела, от мирских желаний, от нашего эго. И нам надо исследовать это пространство сознания, утвердиться в нем. И это пространство сознания обладает большим потенциалом. У него есть разные силы. Сила мудрости, сила божественной воли, божественной власти, божественного могущества, действия. Много божественных сил скрыто в этом сознании. И вот человеку надо проникнуть в это сознание, и это будет истинная, настоящая эволюция. И, конечно, эволюция должна происходить и на внешнем плане. Это различные технологии и развитие его тела. Я думаю, это все должно происходить параллельно. И управляемость тела также должна повышаться по мере эволюции человека. То есть то тело, которое сейчас мы имеем, болеющее, стареющее, которое может простудиться, у него могут заболеть зубы. Это, конечно, тело нас не удовлетворяет. Оно не соответствует стандартам третьего тысячелетия. Оно несовершенное. И поэтому я думаю, что религия не должна противостоять технологиям, науке, попыткам развить тело. Технологии – это определенный этап эволюции человечества. Но в будущем человек перейдет от технологий к более высоким способам, к магическим технологиям, от хай-тек к мэджик-тек, к магическим технологиям. Хай-тек устареет скоро. Поэтому это очень хорошо на это самое начало, но все должно закончиться божественным телом. И со своей стороны я, насколько возможно, буду поддерживать ученых, которые следуют этим путем. И святые положительно, индийские святые,
традиции Веданты положительно относятся к тому, что наконец-то наука начинает заниматься вопросами тонкими. И святой Павел от Баба, он так говорил: «Я хотел бы, чтобы религия стала научной, а наука – религиозной». Well, you know, it's difficult for Western people to accept the reality of evolution to begin with. I remember one Greek theologian mentioning at a conference, evolution is a reality that we cannot deny. And Archbishop Vitali of Canada said, oh, yes, we can deny it, just not successfully. So there's a lot of tension with that to begin with. First of all, I think that religion is what happens when faith collapses. And then it perverts itself into an ideology. And that's a part of our danger, because then we can't really even consider questions like you ask. From an Orthodox Christian perspective, because Christianity is not a monolith, the soul and the body are one together. We don't have a division between the two. That the consciousness and the soul would be a gift, not something that evolved in an ordinary sense, but a gift of grace. But we know a lot about our religion, but not very much about our spiritual tradition in the Orthodox world. The spiritual tradition of Orthodox Christianity is based in energy and light. This is the foundation of our spiritual life. Apostle Paul uses the word energy 26 times in his letters. We understand that energy is about relationships. In the great Palamite controversy, the argument was whether we could know God directly or whether we could know God only through types and symbols. And Grigori Palamas would argue for the Orthodox that, yes, we know God personally through his uncreated energies. But the way we relate with each other is through created energies. And if you want to have a proper analysis of the meaning of sin, it means to misuse our energies. But we look at the human being as being single. We're not a disembodied spirit temporarily inhabiting some kind of mass of matter. We really sincerely believe in the resurrection of the body, because the body is also grace-bearing. The body can also bear the grace of God. That's why we have moshchi. The body and the nous, I like to use the word nous because for us it's a Greek word, but it means the soul, the intellect, and the mind all. It means all of that. But it's a synergy, a cooperation between the soul and the body. The body's not an enemy. The body is also grace-bearing. Sometimes makes it more difficult for us to understand the physical evolution. But we would say it's the working out of the eternal plan of God, where we go from the potential to the actual by stages. But the development of the consciousness requires what we call mental work or interior work. And you'll hear that from all three of us. You know, I found a long time ago that when you talk about the different religions, people are not afraid of the things that are different. They're afraid of the things that are similar or the same. But the ancient world did not exist in capsules and islands. We shared many things amongst ourselves. Buddhism reached Alexandria before Christianity did. It was in Alexandria already. Remember that we had a Greek kingdom that was, Buddhism was a state religion. But the things we find in common are because we're all human beings and we face all human problems. As we try to work out these problems, because we're human beings, we come to similar conclusions many times. At one level, we have to somehow forget about the idea that there's us and the other. At our human level, we're all variations on a theme in the symphony of humanity. And we have a common human nature. We all have a common human nature. We would say, from an Orthodox point of view, that we have each one a hypostasis, a hypostasis, an individual personhood. But it doesn't change the fact that we're all of the common human nature. We're all common together. But so far as science goes, I don't think one can always support everything uncritically. We have a complementarity, especially with the process of Orthodox theology has a complementarity with quantum mechanics. But sometimes when science is right, it's still wrong. Now we have the militarization of neuroscience that is becoming a weapon. In reality, what science is saying is correct, what it's doing is wrong. But at the same time, when religion becomes ideology, sometimes even when it's right, it's wrong. Because we tend to, when we break down, collapse from faith to religion, we always want to force everybody to believe the same as us.
And at one level, we militarize our religion. I like the great Islamic philosopher Said Nursi. He's very much opposed to political Islam. He said, "What good is it to belong to a faith? Because you have to, not because you believe it." And we want to legislate. You cannot legislate faith. You can demand conformity, but you cannot demand belief. And at that level, you've completely lost faith altogether. You have no more faith. You only have ideology. And there's a great catastrophe that religion can collapse into ideology. But of course, science can do the same. So the big thing is to avoid ideology. There are three weapons of mass destruction, and we need a treaty of non-proliferation and even a disarmament from those three weapons. Poverty, fear, and hate are weapons of mass destruction. And religion is as guilty as any other force in humanity for using those weapons. And somehow we have to have it disarmament. The most important thing that Lord Bertrand Russell said in his whole lifetime was, love is the reason that hate is foolish. So hopefully we are going to find our way through this and have a cooperation between science and faith. Not science and religion, but science and faith. And the spiritual traditions always should rise above the religion. And realize that religion is the hubris that we pile on top of the spiritual tradition. Согласно буддийской традиции, эволюция сознания не только возможна, но она просто как бы обязательна, потому что все живые существа, они в настоящем степени как бы ограничены, и конечная фаза – это состояние Будды. А краеугольный камень, который разделяет обычных живых существ и Будду, который в нас, это, в принципе, учение о пустоте, шунья. Все живые существа, которые еще не постигли пустоту, учение о пустоте, они подобны закрытым в маленьких, таких низших пространствах. Будда – это и состояние, которое абсолютного пространства, есть очень хорошее выражение учителя Дигнаги, 7 век, что Будда – это есть оборотная сторона всей реальности. То есть он присутствует здесь всегда. Но нам интересен в контексте вот проводимого конгресса, это, конечно же, те люди, которые идут по пути, постигают определенного рода уровни реализации пустоты, их называют бодхисаттвами, которые стремятся помочь обычным живым существам тоже так же постичь пустоту. Порой они достигают полной реализации пустоты, но отказываются уходить и становиться Буддами, и остаются в этом мире. И вот тут-то как раз есть такой момент очень важный, потому что они уже имеют возможность как бы реинкарнировать массу эманаций с тем, чтобы рождаться в этом мире и помогать живым существам. Именно бодхисаттвы, согласно традиции буддизма Махаяны, призваны вот как раз помогать. И, наверное, вот то, что говорится, проект «Аватар», подразумевается, наверное, что-то вроде этого. Помощь людям, потому что бодхисаттва – это то существо, которое полностью уже как бы отринул свое эгоцентрированное, такое самоцентрированное эго и направлен на помощь другим живым существам. Я думаю, что эгоцентрированное мышление, закрытое в самом себе, конечно же, подобного рода аватар будет очень-очень большой обузой. И в заключение я хотел бы сказать, что даже в буддийской тантрической традиции есть такая практика, которая называется джоджук, бодхисаттва, для того, чтобы помогать и не оставлять это физическое тело. То есть он оставляет это физическое тело, которое уже разрушается, он переходит в другое тело. Здесь очень важный момент – это соединение научного подхода, это изучение пустоты. То есть наука, она как бы к этому уже подходит, то есть она движется. С другой стороны, религия, любая религия, она учит прежде всего доброте и состраданию, то есть заботе о других больше, чем о себе. Согласно учению Будды, именно соединение пустоты и сострадания, оно и приводит к состоянию реализации нашего потенциала, самого абсолютного состояния Будды. И вот почему буддисты во главе с его святейшеством Далай-ламой, они постоянно ведут диалог, и Далай-лама проводит каждый год, проводит конференции, встречи как у себя в Дарамсале, так и во многих научных центрах мира. И диалог именно о природе сознания, о том, как двигаться дальше вместе с учеными. Level. So these two things, consciousness and the body, are intimately connected.
Я монах монашеского ордена. Idea, the fundamental idea of why I'm here and what I need to do. And I agree with my colleague here that as we are, we're just transitional beings. But we can gradually grow into greater and greater evolutionary. Idea is that you can develop higher bodies which are capable of functioning at a higher level and particularly are capable of assimilating this conscious force. So for us in the Gurdjieff work and also in Taoism, this is the principle. Well, it's a fascinating subject. In ancient teachings, we understand that consciousness is a force, and our capacity to contain consciousness, to express consciousness, is our raison d'etre, our reason for being here. And so in ancient teachings, the idea